На выставку они приехали не за медалями, но показать себя, и в глазах их читается: «Возьмите меня, я хороший, я подарю вам любовь, преданность и ласку». Купить породистую собаку не проблема, а вот взять такую беднягу может только человек с добрым сердцем. Здесь представлены, как всегда, наши животные, правда, не все, котята, кошки и щенки. Такие выставки мы стали регулярно проводить каждый год, каждый сезон, и осенью, и летом, и зимой. С выставок уходит много животных, находят добрые руки и теплый уютный дом. Всего в выставке-ярмарке приняли участие более 30 питомцев группы помощи бездомным животным «Кот и пес». Из них 10 счастливчиков уехали домой. Это уже 19-я выставка «Котопесовцев». Всего за 4 года существования этой волонтерской организации удалось отдать в добрые руки более 2000 бездомных животных. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.